Вот снег сегодня я тут покопал, маленько раскопали возле этого дома, чтобы быстрее таяло. А там Володя уже который день раскидывает снег. А тут под деревом стоит ураган. Вот он, сейчас Володя будет его опять дрессировать. Бегал, чтобы не стоял. До этого он был за верным, бегал. А тут вот он где, Володя берет. Вот он прилетел, берет. Теперь бежит к нему. А тот ставит стаймо палку и за это скорее бежит. А тот ту бросает, он опять ее стаймя поставит только. Вот он за это бежит, когда уже не глядит, что там где. А Володя в это время там палку ставит. Раз, он схватил вертикально. Теперь бежит эту. Он мне по лбу-то заедет, та палка-то. Я рядом ставил. Он палку-то весь стаймя ставит. Раз. Раз он расставит каждую палку. Вот что делает он. Это сегодня у нас 7-е Благовещение. Я помню, на Благовещении зеленая трава у нас была в Потеряевке. И мы босиком бегали. А вот видишь, какие еще снега, ветер-то холодный. Дядя Володя вот целыми днями поработает, снег раскидает, да, опять. Видишь, он подвижен, тогда у него аппетит появится. Это под елкой они тренируются. О, елка какая. А тут березы. Березы. Вот. Ач. Я издали приближаю так. Да, упарился. Не дается. Володя ушел. Все. Игра закончилась. Седьмое апреля 2021 года. Среда. Ай-яй-яй, какая погода еще тут будет. Может быть, еще и снег пойдет. И главное, морозы, морозы, и вода-то не потекла нигде. Я думаю, как бы у нас не наполнился ли пруд-то, а нету ничего воды. Ну, которая в лагу была, она в лагу и останется. А на полях она ушла в землю. Ну и под морозом улетучилась. Покажу красивые дома тут, когда делали, вон они, видать их. Там не один дом, сколько домов этих. Вот. Вон какая вверху это сделано-то. Сколько тут, 20 с чем-то этажей. Вот он. Попер туда. О, хватает, пошел. Я думаю, он будет когда помирать, собака, сдыхать-то. Ей палку покажи эту. Он, по-моему, еще шевельнется уже. Но до того любит этот бегать за палками. Ужас один. И вот этот красивое здание. Не одно оно такое там. Там еще где-то есть. Ну да, из-за крыши, он рядом с трубой. Вот труба, вон там, видать, такой же точно. Здание. Ну это у меня руки трясутся. Вот они, два братца стоят. Большие этажи, многоэтажные. А это домик, в котором мы молимся, храм у нас тут. Это мне по суду два дома вырешили. Когда суд я выиграл после освобождения, как жертва политической репрессии, возвращать нечем. 11 лет шел суд, и Господь сделал так, что он
положительно закончится. Ну, не на всю сумму. И нечем рассчитывать. Это, да, вот центральный район, здесь 13 соток и 2 здания. Вот тут мы живем 2 человека. Ну, 2 хозяина. Тут вот вторые двери, тут Дыбунов у меня жил 14 лет. Вот тут я живу. У нас везде вот такая надпись есть, везде. В комнате везде вот она такая надпись. Там голуби закрыты, потому что наловил других диких, чтобы они были. И тогда прекратилась болезнь вертлячки. Вот интересно. А это трубы, все это яблони загораживал. Пока я не знаю, выстояли они зимой или нет.